Полиция возбудила уголовное дело в отношении руководителя группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Имущество «Крепости» — это 38 автомобилей Toyota и Lexus, арестовано, а бизнесмен находится под подпиской о невыезде. Сейчас специалисты изучают бухгалтерские документы фирмы и устанавливается окончательная сумма материального ущерба, причиненного покупателям. Всего было принято и зарегистрировано 65 заявлений от физических и юридических лиц на сумму более 120 миллионов рублей, еще около 100 миллионов – это долг перед Toyota банком. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает максимальное наказание до 10 лет – лишения свободы. По мнению следствия, были заключены две сделки в 2017 году, которые увеличили дебиторскую задолженность перед группой компании «Крепость» и послужили одной из причин неисполнения договорных отношений и неоплаты автомобилей изготовителям этих автомашин. Если будут какие-то другие признаки хищения денежных средств, либо нецелевого использования, злоупотребления при совершении сделок, соответственно, им процессуальная оценка будет дана чуть позже.